Справимся. Да. Я буду у вас смотреть что-нибудь. Хорошо, что папа взял. Ноутбук-то. Ноутбук только буду я. Тут все красиво. Самое главное, здесь есть телевизор. Ой, да. Мы находимся в Коплино. Вдалеке виднеется толпа, которая сидит, скорее всего, на верше. Не успел по клевину. Давай, серию. Это кто у нас там? Баламосит. Вернулся. Говоришь, нету. Так и ловим. Так и ловим, да. Давай, тащи. Тащи. Паша, давай скорее, тут клюет, обуривает. Вот оно. Да, вон, серия, блин. Всё, серия, заломку зацепил. Народ сместился сразу. Парни, он везде. Не верите, что ли, где? Димыч, ты бы шел вместо снимания? Или ты завтра, да? Да мне без разницы, я поснимать хочу. Паш, ты чего ты сосел? Ты что, нечестно товарища обидел? Все, кончилось. Раздача. Сколько было? 5 штук стайка. 6. Вот они. Глубина меньше на полметра, чем сколько у нас? 10 метров получается. Проверь. Тут бугорки, да. Вот сейчас меня здесь меньше. О. Первое, да? О, что-то хорошее. Ладно. Тоже помелче здесь, да? А, ты сматывал. Ну вот я бы не сматывал, а эти мелче. Не подбирай сейчас рисовать, а. Что-то вы мне эти... Я говорил на конвертиком. Это пахи говорили. Может, я выход все-таки оставил. А он мужики сюда кашки рай. А, глубже, да? Угу. Чем нормально глубже? Вон у ветки, там 2 метра разница. А что-то бугорок. Не, Дим, свал. Сразу свал пошел? Да,
Я говорю, больше не будет. Что ты снимать пришел? Старайся, старайся. О, я даже видел, блин, поклевку. Значит, удочка из рук не вывалилась на этой мелочевке. Клюнул-то как нормально. Да. Да, видно было. Тун. Уха хорошая будет. Но она один, наверное, был. Чтобы сейчас бы долбило сразу. Еще кто-то. Есть там кто-то, да? Да. Паха, обуривай. Так я тебе давно говорю, лосяш, как сказал, локально. Матвеев, это аттрактант. Да. Подкинул, видел? Соразбел, что ли? О, прям дын-дын-дын-дын. Трясется-то весь прямо. Да не бойся, выходи. Опять обулки. Подельней. Да. Да не, 75. Я, может, раскачается. Да. Смотри, что делает, а понятно. Счастливую лунку долбит. Опять? Да. О, нормально клюнул. Небольшой. Сейчас его Паша перестанет клевать, так как его снимают. Мимо. Какая красота здесь. Теперь самое интересное, папки. Да. Да, надо перевязывать будет. Без поводка ведь, да? Да. Муромки вот срезала здесь, я вон поставил как раз. Глубина здесь метров 5 должна быть, 7. Ну, 5-7 метров где-то вот так вот. Тут вот свал идет сюда, брось. Да? Да. Это русло сутки затоплено. Ну, что там диски полез? Смотрю, блин. Мои зайки. Тем не менее.
что, на тюльку? Че, позор, 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 зачем, да? Да ладно. Чего? Так вот, поснимаем сейчас.